целом о ситуации во временно оккупированном Крыму с правами человека. Обсудим с Эскендером Бариевым, главой правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Эскендер Ага, здравствуйте, рады приветствовать. Доброе утро. Добрый день. Эскендер Ага, в свою очередь, есть очень много важных тем информации касательно так называемых судебных процессов. Судилище, я бы так сказал, во времена оккупированном Крыму. Но давайте начнем с текущих новостей. По вашей информации, что можно озвучивать, конечно же, в прямом эфире, какие самые частые проявления притеснений либо репрессий наблюдает ваш ресурсный центр в временно оккупированном Крыму? Ну, в первую очередь я хочу сказать о том, что продолжаются репрессии в отношении проукраинских граждан и представителей коренного крымско-татарского народа. То, что действительно продолжаются, нарушаются и право на справедливый суд, нарушаются, то есть, по сути, продолжают проводить судилища, то есть это и новые вынесения новых арестов, вынесение решений, вынесение приговоров в отношении наших граждан. И в соответствии с этим на сегодня в оккупированном Крыму 175 политических узников, из них 116 это представители крымско-татарского народа. То есть цифры говорят сами за себя, и несмотря на то, что некоторые уже политузники отбыли полный срок, такие как Шептур или такие как, скажем, Захтей, или другая ситуация, когда в местах несвободы как раз-таки это за эти полгода умерли два политузника, такие как Джамиль Гафаров и Ширинга. Здесь, при всем том, количество политузников, находящихся непосредственно в местах несвободы, системно увеличивается. Это говорит о том, что оккупанты продолжают преследовать наших соотечественников. Кроме того, они формируют новые инструменты для того, чтобы преследовать наших соотечественников. Это в первую очередь, если мы возьмем с периода 2022 года появление новых статей, как в Административном кодексе Российской Федерации, так и в Уголовном кодексе. Ну, в первую очередь, это статьи, которые связаны с дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации. И как раз-таки эта статья настолько широка, что здесь любое какое-то упоминание или правдивое написание в отношении там СВО, так называемое, или в отношении даже советской армии, они как раз-таки начинают, скажем так, шить эти статьи. И как раз-таки тут уже можно говорить не просто о десятках, а можно о сотнях именно по административных наказаний в виде штрафов и в виде, скажем, админ-арестов. По уголовным тоже есть несколько случаев, но во всяком случае они таким образом пытаются максимально запугать людей. А далее, конечно же, они активно используют с 2022 года это то, что Верховный суд Российской Федерации признал батальон имени Нумана Челебиджихана террористической организацией. И в связи с этим они системно проводят задержания и в последующем аресты представителей, в первую очередь, коренного народа, как на территории Херсонской области, в первую очередь, в Геническом районе, так и на территории Крыма. И в отношении этих людей далее выносят решения, в том числе и оккупационные суды. И уже по данным Крымско-Татарского ресурсного центра 30 человек, которые находятся в местах несвободы. И поэтому мы со своей стороны сегодня ведем работу над тем, чтобы в Украине эта категория политузников была все-таки признана или получила статус военнопленных, для того, чтобы мы со своей стороны уже вели работу на международном уровне, что Россия грубо нарушает Третью Женевскую конвенцию и, соответственно, проводит суды в отношении лиц, имеющих отношение к вооруженным силам, которые являются комбатантами.
Ну и следующее, конечно же, это за недонесение информации. Это и они пытаются отслеживать любые какие-либо, ну скажем, активности. Ну и активно также применяют они статьи по диверсантам, по диверсиям. И сразу же после любого, скажем, любого повреждения полотна железной дороги или какого-то там поджога или какой-либо ситуации возникающей, они сразу же применяют эти статьи, проводят массово обыски, в первую очередь у активистов, и таким образом пытаются найти, скажем, людей, причастных к этим всем процессам, ну и с другой стороны, пытаются запугать тех потенциальных активистов, которых есть какой-либо авторитет там на местном уровне или на всекрымском уровне. Эскендер, а есть объяснение тому, почему в поисках диверсантов, да, особенно как в последнее время мы наблюдаем там, подрывы железной дороги и неисправность Крымского моста и так далее, вот почему обязательно силовики устраивают облавы и обыскивают дома, в первую очередь представителей крымских татар, украинцев. Вот. Есть этому объяснение? Ну ведь и вы также отметили, 115 из 175 политзаключенных это представители крымско-татарского народа. Вот. Потому что, ну смотрите, ну, вероятно того, что сами россияне, которые там живут, им же неудобно, нет нормального сезона отдыха, скажем так, постоянно какие-то прилеты, мост не работает, то работает, то нет. И уже не говоря о том, что военная техника постоянно курсирует через оккупированный Крым, и не говоря о том, что перекопанные пляжи и так далее. Да и что говорит, медицина работает на российских военных. Так почему все-таки больше внимания крымским татарам? Внимание в кавычках, конечно же. Ну да, дело в том, что это уже, ну скажем, это превратилось в системный процесс, и это связано в первую очередь с позицией крымско-татарского народа и Меджлиса крымско-татарского народа как представительного органа еще в 2014 году. То есть как раз-таки самой нелояльной частью населения как раз и являлись представители крымско-татарского народа. И поэтому ну, первые обыски, первые задержания, они как раз-таки и первой жертвой, кстати, именно начала оккупации стал крымский татарин Ришат Аметов. И таким образом крымские татары попали в разряд нелояльных к российской власти части населения. И поэтому на протяжении всех этих лет мы, допустим, по нашим данным, 294 человека, которые преследовались по уголовным делам, задокументированы крымско-татарским ресурсным центром. И из них 185 — это представители крымско-татарского народа. То есть вот эти цифры более расширены. Почему? Потому что среди этой категории людей есть те, которые уже освободились или были обменены. А те люди, которые уже, скажем, находятся, являются преследуемыми, ну, например, я вот даже в отношении меня открыты уголовные производства, и, кстати, один из первых обысков, который был в Крыму в 2014 году, был у меня в доме. И это связано с тем, что мы системно и постоянно говорили о том, что и была позиция Меджлиса крымско-татарского народа, что мы не можем поддерживать, хотя они пытались наладить коммуникацию, мы не можем поддерживать преступников, мы не можем поддерживать то государство, которое нарушает международное право, нарушает суверенитет иного государства, соседнего государства. И, конечно же, вот таким образом они с помощью репрессий пытаются выдавить социально активное население, часть населения из Крыма. И поэтому были массовые, скажем, выкрадывания, были массовые такие вот репрессии, избиения. И поэтому как раз-таки мы видим продолжение всего этого процесса. Ну и кроме того, ну, определенные посылы, которые идут. Кстати, сам запрет Меджлиса крымско-татарского народа в 2016 году также свидетельствует о том, что оккупанты даже в, скажем, чисто политическом органе, представительном органе увидели экстремистов и ну, увидели, скажем, в кавычках,
да, в кавычках, экстремистов, и попытались запретить Меджлисом татарского народа. И по сегодняшний день, несмотря на то, что в 2017 году промежуточным решением Международный суд ООН приказал Российской Федерации отменить решение данное и позволить Меджлису крымско-татарского народа работать для того, чтобы работать со своим народом. А при всем том, Российская Федерация по сей день не исполняет это решение. Поэтому мы и можем сказать, что... Ну, я тут еще вижу другой момент, исторический момент, потому что Российская Федерация, Россия вообще исторически системно пыталась избавиться от представителей коренного населения и таким образом продолжает политику колонизации, то есть максимально стереть все, что было связано с Крымом, все, что было связано с теми людьми, которые сформировались в Крыму, с теми народами. И с другой стороны, максимально, скажем, Крым ну, сделать тем объектом, я по-другому назвать не могу, в их политике, в котором нет толком ни истории, ни народа, ни народов, которые сформировались на данной территории. Существует ли сейчас, Снедорога... Да, слышите нас? Да, вижу, есть, возобновилась связь. Эскандрага, скажите, пожалуйста, существуют ли на сегодняшний день методы защиты прав человека во времена оккупированном Крыму? Мы все прекрасно видим те моменты судилища, судебные процессы по каким-то надуманным показаниям, по каким-то фактам свидетелей, которые даже скрывают свои лица. Мы видим это все ну, по факту судилища. Чего ж тут больше объяснять? Существуют ли сейчас методы защиты? Хватает ли адвокатов во время оккупированного Крыму? Правозащитников? И что угрожает этим правозащитникам? Так, в первую очередь, конечно же, рассчитывать, откровенно говоря, рассчитывать на правосудие, конечно, в оккупированном Крыму не стоит. И то, что адвокаты ведут, ну, участвуют в процессуальных процессах, это в первую очередь необходимо для того, чтобы просто пройти, скажем, определенные этапы, чтобы можно было бы собрать документы и подать в соответствующие международные организации, как Комитет по защите прав человека ООН. Соответственно, тут нужно пройти все инстанции вплоть до Верховного суда Российской Федерации. Ну и кроме того, скажем, таким образом собирать информацию и демонстрировать всему миру, что явно там суды предвзяты и проводится реально, как вы и сказали, судилище, а не, скажем, разбирательство по делу, которое, в котором ну, могут быть, суды могут реально разобраться в ситуации. А что касается адвокатов, правозащитников, то в первую очередь, даже по правозащитникам, правозащитная деятельность может там вестись не публично, потому что за публичную правозащитную деятельность начинают они привлекать к ответственности. И мы видим ситуацию, ну, даже с тем же Абдурешитом Джапаровым, там другими людьми, которые пытаются вести правозащитную деятельность в отношении них, системно проводят административные наказания в виде там, админ арестов либо админ штрафов. И причем только за эти полгода Абдурешит Джапаров уже несколько раз отбывал в местах несвободы по 15 суток. Кроме того, они активно работают против адвокатов и пытаются лишить их адвокатского мандата. И таким образом были такие действия и в отношении там Лили Гимиджи, там еще ряда адвокатов, когда их исключали из коллегии. Ну, мы же понимаем сам процесс. То есть таким образом они не могут, они лишены права защищать своих подзащитных. Поэтому здесь каким образом... Кстати, что касается даже российских правозащитников, которые в 2014 году приезжали в Крым и пытались
подключаться к процессу, пытались где-то там, ну, кто имитировать, а кто реально помогать в процессах защиты преследуемых, то сегодня и российская правозащитная, скажем, система, она либо штучная, которая, ну, скажем, пытается просто демонстрировать какую-то, имитировать защиту, а в целом, конечно, там у истинных и настоящих правозащитников там очень ограничены возможности. Ну и другой механизм защиты. Здесь, конечно же, это то, что мы пытаемся выводить в публичность, то, что мы пытаемся закреплять и призываем, скажем, известных там политиков, деятелей брать под опеку политузников и их семьи, под политическую подопеку, для того, чтобы системно информировать о том, что, и, что эти люди находятся под контролем, под мониторингом, и чтобы в отношении этих людей, во всяком случае, меньше применялись эти различные катувания, преследования и катувания, скажем так, не проводились пытки, чтобы не проводились так. И тут у меня еще вот касательно сине-желтой символики, да, за которую преследуют в временно оккупированном Крыму. Одно дело, когда вот если вспомнить об Ольге Дьяченко, как в апреле прошлого года в Ялте российские силовики задержали сотрудницу бюро переводов за то, что она покрасила ногти в сине-желтый, а также красные и черные цвета. Мало того, такую информацию предоставил клиент, которому вот показались подозрительные такие сочетания цветов на ее ногтях, ее задержали даже, вот, и, конечно же, отправили под суд. Это один момент. Более показательный момент еще, когда Богдана Зизу, более громкое, да, дело в Крыму, связанное с желто-синей символикой, он бутылку с краской облил, значит, двери администрации Евпатории и бросил туда же зажигательную смесью бутылку. Вот. И его осудили на 15 лет лишения свободы. Это, ну, просто хулиганство, и тут тебе 15 лет. Вот как вы считаете, насколько такие репрессии действительно помогают, ну, скажем так, пресекать, что ли, протестные настроения в Крыму? Но, с одной стороны, конечно, такими громкими заявлениями, такими громкими судами, потому что они сами пытаются это раскручивать, они пытаются, скажем, перевоспитывать людей, которые находятся на оккупированной территории. Мы же реально понимаем, что любое гражданское лицо, любой человек адекватный, он реально понимает, что он находится в небезопасности, и что любая его активность, любое его действие может привести к лишению свободы. Ну, у многих есть семьи, у многих есть свои, скажем, ну, в том числе и нежелание, конечно, кто захочет оказываться в местах несвободы. Ну и кроме того, они активно распространяют, скажем, статьи за недонесение, то есть за несообщение о проведении каких-либо там действий или организации каких-то действий. И таким образом они проводят так называемые, скажем, профилактические задержания. Кроме того, они насильственно выкрадывают людей, вот как это было с Ильдаром Менситовым, которого они перехватили, когда он ехал домой. А почему они это проводят? Они там, допустим, приехали домой условно, и официально его забрали там на допрос. А это делают для того, чтобы за период, пока его найдут родственники, они могли использовать пытки и, скажем, заставить даже признаться в том, что он не делал, условно, да, вот человек. Поэтому, возвращаясь к нашим вот активистам, которых приговорили к большим срокам только за то, что использовали краску, речь идет о том, что действительно в Крыму все равно есть гражданские протестные движения. Гражданское протестное движение, оно проявляется в виде песен, в виде красок, в виде использования буквы «Е», в виде надписи «Liberate Crimea», в виде
там в виде ленточек, да, желто-синих. И они во всем видят украинское. Они во всем видят, скажем, сопротивление. И таким образом всячески пытаются бороться. Но я вам скажу так, что даже те люди, которые, может быть, активно или демонстративно не показывают ленточки, они нам сообщают, допустим, информацию о тех буквах там Z, автомобилях, которые используют буквы Z или V, или тех адресах, где используют, дают нам фамилии, имена, то есть дают нам информацию о том, что и как происходит. То есть вот здесь мы можем, скажем так, систематизировать уровень, желание поддержать или уровень гражданского сопротивления, начиная от просто, скажем... Мы вынуждены заканчивать. Искандер, извините, потому что все-таки 9 утра, и каждое утро мы чтим память о всех погибших в этой несправедливой войне. Спасибо вам огромное, Искандер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.